Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Что ж, продолжаем проходить Rayman Legends. Вне записи, короче, я пробежался по вот этим двум уровням, собрал всех малюток оставшихся и уровни на скорость прошел. Вот, не стал записывать, потому что очень много нервов и попыток я потратил. Вот, так что теперь у нас Феста мертвых, третий мир, поехали потихонечку. Опа. 170 там аж надо, нихера себе. Хотя у меня и так много. Ха, какого кряка? Ну поехали. Поехали. Ай-яй-яй-яй, профейлил, короче, я жизнь. Дурак. Загляделся на время. А, прикольно. Здорово, блин. О, прикольные чувачки. Так. Ага, опять ты, ну давай. А, тут он съедать будет, я помню. Прикольная механика, прикольная. Тихо. Прикольную механику, конечно, они сделали. Пока все легко, но это первый уровень новой локации, тут будет несложно. Но дальше там жопа будет, я прям уверен. Так, а сюда? А, тут нихера нет, ладно. Здорово. Так. Аккуратненько. Ну доедай, остатки, чё ты? Ладно. Чёрт! Блин, я не так не доберу уже. Реально такими темпами я не доберу нифига. Блин, надо было ему это и всадить. Есть. Так, надеюсь, тут не секретный уровень внизу. Нет, камера не опустилась, значит тут нет нифига. А вот тут есть. Отлично. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, сейчас вся лава вытечет. Или ты тут бесконечная? А-а-а, тут походу бесконечная она. О, черт! Блин! Давай! Вот так вот! И вот так вот! Тихо! Есть! 200 ровно, блин, трудновато было! Да, блин. Тихо, тихо, тихо. Опа, монета. Ну, это не сложно. Не так, ты, блин, немножко. А как же тут? А, во как. О, помидорчики. Прикольно, сейчас лето как раз в тему. Черт! А нормально, можно забраться, можно. Ну и почти же получилось, блин!
Блин, нет. Я не хочу так, там эти. Ребята. Черт, переиграть, наверное, придется. Вот как оно делается. Так, не укатились, хорошо. Отлично, пока нормально идем. Есть. А, я понял. Вот так. Блин. Из-за него мне ничего не дали. Зато тут подберем сердечко. Так, 345. Отлично. Отличненько. Пока без потерь, чуваки. Так. Нормально. Блин, хотел по ним зарядить. Так, а тут нет ничего? Вроде нету. Монеточка, отлично. Блин, а где секретка? Нормальный у тебя аппетит, чувак. Мне бы такой. Я, конечно, тоже сладкое люблю, но не настолько, блин. Давай, 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 вот так. Здравствуйте. Черт, не собрал как надо, но у меня 500. Так, это сложно. Ну какие шипастые сладости. Черт! Я ее там не заметил. Но у меня 500, в принципе, ладно. Пофиг. То есть не хватит одного, вот я буду фейлить потом. Тихо. Так, вот так вот. Только не ко мне, не надо. Черт, пропади, пожалуйста, я отсюда не вылезу тогда. И полетели. Отлично. 529. Нормально. Блин. Фейлы, фейлы. Немножко пофейлили, ну ладно. Так. Блин, ну Люмы просрал. И проблемы себе создал. Нет, я лучше еще раз переиграю. Блин, затуп, затуп.
Ай, так быстро заросли! Да что ж ты будешь делать-то? Ай-яй-яй, опасно. Монета! Ой, какая опасная монета. Ешь, ешь! Блин, ну ешь же, я живой! Ой-ой-ой-ой! Бешеный темп, не надо. Есть. О, сладости, медок. Отлично. Блин, сложно, сложно. Первый мир, а уже так жестко. Точнее, первый уровень в этом мире. Тяжело, друг малюток. Испорченные до крайности. Прикольные названия, конечно, тут креативные в Реймане всегда были. Есть. Так, это мне. Опа-на. А это я помню. Как ни странно. О! Уменьшалочка. Это еще с Ориджинса. Тут главное не торопиться. А то можно все секретки профукать. О! Я так и знал. Ай, тихо. Все собираем, все досконально. Вот сейчас прикол-то будет. О! Куда улетели-то? Тихо. Все соберу. Ну, по крайней мере... Да где ж конец-то? Фу, господи, наконец-то. Так. Так, вроде взял все. Куда улетели, блин? Черт. Так, а где еще дырки-то в арбузе? А, вон где. Прикольно сделано, конечно, прикольно. Да блин. Тихо. Я вас видел, ребятки.
Так, секундочку, чуваки, телефон. Так, ребята, отвлекся маленько, телефонный звонок, продолжаем. Есть. Ну, пока без этих. Без пропусков идем, ребятки. Ой, как сложно что-то. Ой, как сейчас повезло-то. А чё так жестко? Музычка такая, как будто рождественская, блин, круто. Немножко прям напоминает. Да ё-моё, я не это хочу, ну ладно. Я тут вижу просто... Это огурец или что тут дырочка есть? Ага. Ага. Есть. О, еще один друган. Блин, а где секрет, твою мать? Так. А где же реальный секрет? Удар, достижение. Нормально. Нет, не сюда. Воу, как жестоко. Блин, а ты как? Ты чё меня так далеко откинуло-то? Ну, недалеко, конечно, блин. Так, сердечко. А, мне надо было просто подождать. А, они вон как. Блин, где секретный уровень? Я его профукал, походу. Причем с концами. Только где же бы он мог быть? Вот в чем косяк. О, тут еще и монета есть. Монета, стой! Тут же еще были люмы. А, да ладно. Тут все повторяется, эта фигня. Блин, где секрет? Ну я потом найду, конечно. Блин, ну перепроходить уровень из-за этого. Такой кайфолом, если честно. Блин, этих бы хотя бы собрать. Да, где-то я профукал секрет. А где? А вот где ХЗ? Ёшкин кот. Жареные сосиски, нормально. А куда мне надо-то, ё-моё? А, вон, я вижу, вижу. Нет! Только так пришлось. Да ладно! А, ну да. И я не добрал еще до... А, ну сейчас мне дадут.
Они дали то, что я не всех не собрал. Черт, мне перепроходить потом. Вот это кайфолом. Но деваться некуда. Продолжаем. Где же эта секретка была, блин? А, черт. Обидно. Давайте еще пару уровней и на сегодня закончим тогда. Ой, забег. Ну, забег прикольно. Вроде как. Беги, если хочешь жить. Тут понятно. О, музыка классная. Из этого... Заново. А, из секретного уровня в Rayman Origins. Нормально, пока идем. Черт, ну ладно. Нет, не надо было полет нажимать. А, тут все продумано. Черт, я много напропускал. Долбанный огонь. Где я? Есть. Блин, меня до сих пор мучает вопрос, где была та секретка. Интересно. Ну, раз мы тебя открыли, мы тебя и возьмем. О, прикольно, с черепком таким на голове. Меня наполняет. А, ну поехали. На сегодня последний уровень, а в следующей серии уже... Мир, да пройдем! Как не умудрился не взять сердце? Вообще жесть. Опять ты тут прикалываешься надо мной. Скотина. Ну ничего, ничего. Я тебя догоню. О! Старые знакомые. Ну давай. А, вот ты что делаешь. Прикольно. Он мне такие рисует подходы. Да ладно, блин, из-за этого тебя так хреново атаковать, конечно. Что это случилось со мной? Тихо. Тихо. Блин, не собрал нормально, мудак. Да, ты и так еще можешь, что ли, блин? Пока я в полете, ты меня еще можешь ударить, ну тварь. Да это жесть, конечно, какая-то. Это несправедливо, ребятки. Это жестоко. Это первый? Это первый. Далековатенько он был. Иди отсюда. Секретку вижу, ну тебя нахер. Интересно, если я вылезу, он опять же появится. Это так фармить можно, что ли? Хотя вряд ли.
Ну это ничего сложного. Фух. Чё-то ты прям резко секретный уровень тут по... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Да почему? А, тут ветер вверх. Чёрт, тебя дери. Не собрал по максимуму просто. Блин, думал, сейчас опять проможу. Так. Ага. О боже! Адский хардкор, чуваки. Тут еще говорить что-то нужно параллельно. Это жестко. Ну переключайся сюда, ну. А, как надо успевать-то резко. Жесть. А вот и второй секрет, только он наверху. О, тихо, тихо, тихо. Блин, мне бы добрать, конечно, у меня что-то маловато. Я не доберу. Потому что я сердце просрал по-тупому просто. Воу, воу. Ай! Мне нужна сотня, это много. Это дохера. Ай! Ну там нарисуй, ну ничего ж ты замудила. Блин, там конец уже. Черт, я не добрал. Я расстроен. Да что ж ты делаешь, ублюдок маленький? Мне за всем что ли смотреть? Так, чуваки, еще немножко отвлекся, извиняюсь. Так, блин. Да, не добрал. Ну что поделаешь. Не добрал.
Ага. Вот тут вот одну не добрал. А здесь не собрал 600 на золотой кубок. Ну ладно, это уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Спасибо за просмотр. Всем до встречи в следующей серии. И всем пока.